Наша компания участвует в этой выставке уже много лет. Мы тоже растем, и мы продвигались с самых дальних позиций на первую линию. Наш бизнес тоже растет, и мы все время на этой выставке встречаем своих уже действующих партнеров, находим новых партнеров, общаемся с коллегами, с конкурентами, что это тоже очень полезно. И в этом году выставка очень большая. Были ожидания, что, наверное, будут трудности, но на самом деле мы видим определенный бум просто, да, производителей, новых поставщиков. Мы презентуем всю нашу продукцию, как старую, которую мы уже поставляем много лет, и определенные новинки. Вот представили конвейерные ленты с гофробортом, конвейерные ролики, которые мы стали на рынок представлять, ну и другие изделия, которые у нас появились в линейке. Выставка Mining World для нас это, наверное, основное событие в году, такой пиар. Мы к нему готовимся, мы готовим материалы, снимаем какое-то видео новое и обязательно приглашаем наших партнеров, коллег нас посетить. Это такое место для встреч. Пожелание организаторам, ну, продолжать прежде всего, потому что мы с этой выставкой и пандемию пережили, да, у нас все равно была выставка, скромнее, но была, и вот у нас новые есть вызовы, но мы все время идем вместе, мы всегда в этой выставке участвуем. Организаторы со своей стороны очень хорошо поддерживают процесс. Ну, нам все нравится.